здравия, ветер север. Уже более 30 лет опытные велосипедисты используют велоботинки и контактные педали. Это существенно повышает эффективность педалирования и контроль за велосипедом. На сегодняшний день велоботинки сильно различаются по назначению и качеству. Покажу наглядно, чем отличаются качественные велоботинки от дешевых. Вот это велоботинки предтоповая модель от известнейшей мировой фирмы Shimano. Эксплуатировал я их более 10 лет. Первый год использовал только на гонках, а в дальнейшем круглый год и на гонках, на покатушках, на тренировках, походах, где угодно. Вот их состояние. Конечно, они износились. И в итоге они разошлись. Но тем не менее, это обувь. Я могу ее смело рекомендовать как супер надежные, супер выносливые ботинки. В тех условиях, в которых они были и существовали, любая другая обувь развалилась бы раньше. Я приобрел на Озоне бюджетные велоботинки. Они супер дешевые, в районе 3000 рублей. Такие можно купить в Озоне, на Авито и на любых подобных платформах. Установил шипы. Все настроил, отрегулировал, выехал пробно, температура была где-то минус 11 градусов, просто проехался по заснеженному парку, сделал пару ускорений. В общей сложности проехал около 50 километров. И вот результат. Видите, подошва полностью лопнула напополам. Даже затрудняюсь сказать, как это произошло, то ли когда я переходил дорогу, температура была минус 11, возможно, от этого. Возможно, потому что я здоровый, мощный мужчина. Вес сейчас у меня 95 килограмм. Нагрузку я могу дать на обувь существенную. Возможно, из-за этого. Никакого экстрима, всего пара ускорений, спокойное катание. Но, тем не менее, вот результат. Я уже не говорю про качество материалов, общую концепцию вот этих ботинок, их технологичность и удобство эксплуатации. В данном случае просто они вышли из строя на первой же поездке. Я не скажу, что эти ботинки плохие. Это хорошие ботинки за 3000 рублей, с учетом того, что это ботинки за 3000 рублей. Если вы мощный райдер, если вы активно катаетесь, тем более я уже не говорю про гонки, то, конечно, нужно брать более дорогую, качественную обувь. А так, если покататься неуспешно, я думаю, если у вас вес небольшой, с цветочками, с девочками, то, в общем-то, наверное, такие ботинки можно рекомендовать. Но, тем не менее, учитывайте вот такие моменты.